Привет, друзья! Сегодня я готовлю очень вкусное и легкое в приготовлении блюдо – спагетти из кабачков с поджаренным беконом. Рецепт будет интересен тем, кто худеет на кето-диете и следит за здоровым образом жизни. Начнем готовить! Возьму два крупных молодых кабачка, отрежу хвостики и плодоножки и специальным универсальным ножом нарежу его на тонкие полоски. Получатся овощные спагетти из кабачка. Если нет такого универсального ножа, можно воспользоваться теркой для приготовления моркови по-корейски. Затем измельчу несколько зубчиков чеснока, мелко порежу зелень и длинные полоски бекона порежу на три части. Бекон отправляю на хорошо разогретую сковороду. Нужно, чтобы немножко вытопился жирок и бекон слегка подзолотился. Когда бекон немножко поджарился, добавляю измельченный чеснок, прогреваю его буквально в течение 30 секунд для того, чтобы он отдал свой аромат бекону, и сразу добавляю спагетти из кабачка. Добавляю морскую соль, черный молотый перец, и зеленую аджику. По желанию можно добавить и красную аджику. Тогда спагетти из кабачка окрасятся в слегка розовый цвет. Аккуратно перемешиваю, чтобы соль и специи равномерно распределились. Сковороду накрываю крышкой и оставляю протушиться в течение 5 минут на среднем огне. Через 5 минут блюдо готово. Открываем и смотрим. Спагетти из кабачка стали мягкими, но в то же время не развалились. И это очень важно для этого рецепта. Можно накладывать в тарелку и подавать к столу. Вкусный и легкий в приготовлении рецепт спагетти из кабачка с поджаренным беконом понравится не только тем, кто худеет на кето-диете, а также тем, кто хочет попробовать чего-то новенького. Желаю вам приятного аппетита, живите вкусно! Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался, впереди будет много интересных видео. Всем пока!